Строительство началось в 2016 году, и в конце прошлого года объект был сдан в эксплуатацию. На строительство нового дошкольного учреждения было потрачено более 265 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов. Детский сад рассчитан почти на 300 дошкольников. Здесь созданы комфортные условия для подготовки детей к школе. Есть музыкальный класс, два спортивных зала, кабинеты логопеда, психолога, живой уголок. Кроме того, здание оснащено медицинским кабинетом, пищеблоком и прачечной. На работу уже приняты 57 сотрудников, из них 27 человек педагогического состава. Воспитатели у нас 12, и 12 у нас помощников воспитателей. Они рассчитаны на 11 групп. Также у нас музыкальный руководитель, у нас инструктор по физической культуре. Все опытные работники с опытом, молодые, озорные. Новый детский сад стал юбилейным – 25-м дошкольным учебным заведением, построенным в Сочи за последние 7 лет. За последние 7 лет мы построили 24 объекта детских дошкольных учреждений. Это вот у нас уже 25-й, можно сказать, юбилейный. За это время мы построили уже 8 школ, но мы видим, что как не хватает еще школ, так и не хватает детских садов. По словам Анатолия Пахомова, который присутствовал на открытии нового детского сада, в этом году в Сочи планируют начать строительство еще 4 детских садов.